Сегодня в Красногорске проходит акция вязания маскировочных сетей. Мы, значит, со своим отрядом. Отряд называется «Гвардия», 16-я школа. И мы с ребятами вяжем маскировочные сети для военнослужащих, которые находятся на СВО. Принимаем участие первый раз, но надеемся, что будем более часто посещать такие акции. Сегодня юнармейцев в составе 7 человек присутствует в этой акции. Значит, возраст ребят составляет примерно с 13 до 17 лет, которые находятся сегодня. А так возраст не имеет, в принципе, значения. Есть ребята, которые находятся в этом же отряде. Это возраст их с 10 лет уже даже. В отряде сейчас в нашем непосредственно прямо вот очень часто, постоянно принимают участие. Это примерно 16-18 человек. Сейчас почему-то больше всего принимают участие девочек, чем мальчиков. Девочки почему-то проявляют такой интерес и к оружию, и к разборке оружия, и разборка-сборка, значит, патроны, значит, вид гранат, значит, АЗК, противогазы. То есть у девочек почему-то сейчас интересов намного больше, чем у мальчиков.